Всем привет! Меня зовут Филин Максим, а это французский бульдог Марсель. Друзья, всем привет! В этом видео мы поговорим по поводу обработки от паразитов, от блох и клещей. Мы с Марсиком сегодня это сделали. Сегодня 21 марта. Многие считают, что еще рановато, еще снег у многих, да, лежит во дворе. Но на самом деле это самое время, когда начинают все эти клещи из норок своих вылезать. И они очень голодные и готовы прямо ворваться в шерстку наших питомцев. Поэтому ничего не рано, как раз самое время позаботиться об этом сейчас. Почему это необходимо делать? Ну, по одной простой причине, что опасен не сам укус клеща, а опасные инфекции, которые они переносят. И частенько щенки, например, могут не пережить даже эти укусы от клещей. Взрослые собаки еще худо-бедно как-то могут перенести, но и то это дорогостоящее лечение, это где-то, ну, до 5000 рублей где-то обычно обходится, в зависимости от размера собак. Крупных собак лечить, конечно, дороже, чем мелких, но и маленькую собачку, вот такую, как французский бульдог, тоже лечение обойдется где-то 3-4 тысячи. Поэтому лучше не рисковать и позаботиться о здоровье питомца заранее. Смотрите, какие виды бывают профилактики от паразитов. Во-первых, есть капли на холку. Мы часто это используем и будем использовать. То есть здесь холочку приподнимаете, сюда закапываете. Постарайтесь так, чтобы собака не стряхнула все это дело. То есть как-то ее придерживаете. Всем известные средства, такие как ИНАП, они практически продаются в каждом магазине. Мы обычно с Марсиком их и заказываем, хорошо работает, уже не первый год пользуемся. Но в этом году мы решили попробовать другое средство. Это Симпарика, это средство подороже, это аналог Бравекты. Но аналог Бравекты, который стоит где-то процентов на 30 дешевле. Почему решили попробовать в этот раз таблетки, а не капли? По одной простой причине, то что сейчас клещи, которые будут вылезать, они реально очень злые, их будет очень много поначалу, поэтому лучше сначала средство какое-нибудь посерьезнее применить, у которого больше процентов срабатывания, так скажем, да, больше вероятности того, что клещ не сядет, клещ отвалится очень быстро, и поэтому взяли вот средство подороже, это стоит 750 рублей средство, это таблеточка. Этой таблетки хватит на 35 дней. И дальше мы уже будем использовать то, что использовали ранее. Будем использовать ИНАП. Потому что ИНАП, в принципе, ну, в таком классическом варианте тоже будет хорошо работать. Так что, ребята, кто еще не обработал собаку, обязательно это сделайте, чтобы избежать проблем со здоровьем и дорогостоящего лечение. На этом будем прощаться. Спасибо за просмотр, за ваши лайки и подписки.